Что ж, дошел ход до капота. Самая убитая деталь на машине. Будем полировать. Но в данном случае придется начинать с того, что полировать надо, сняв небольшой слой лака, чтобы заблестело. Полировать будем вот тысячкой, двухтысячкой на мокрую шлифовать сначала, потом трехтысячкой. Снимется небольшой слой лака, чтобы блеск был более лучшим, потому что поверхность слишком сильно подубитая, поэтому, чтобы достичь какого-то результата, желательно срезать небольшой слоечек, чтобы было чего полировать. Приступаем. Прошли с тысячной шкуркой, с водичкой. Вот. Прошелся я весь капот где-то раз пять с водичкой. А вот по фары, вот эту часть, которая страдает от камешка больше всего, ну как бы если вот так линию от фары до фары, от края, я ее прошел еще где-то раз пять больше. Теперь начинаем шкуриться тоже с водичкой. Двухтысячкой, потом трехтысячкой. После каждого раза надо замывать как можно тщательнее, потому что всю грязь, мусор, как бы, скажем так, отработку вот эту. Здесь и лак, и грязь, и бог знает, что там, чего там нету в этих порах. Всю эту ерунду надо тщательно смывать. А потом уже шлифовать следующим номером шкурки. Двухтысячкой прошел я весь капот где-то раза 4. А опять же вот эту часть между фарами, вот, от края и до края, вот эту переднюю часть, которая побита, где-то еще раза 3 примерно. Ну там 3-4, ну, как бы не важно, но чуть побольше выгладить. Теперь опять же замываем и проходим трехтысячкой трезаком. Тоже раз 5-6 надо пройти, чтобы и какую-то даже мельчайшую ризочку убить. Какие-то маленькие задирчики, там паутинки подубить, чтобы их было как можно меньше. Чтобы капот выглядел красиво. Вот такая красота получается. Берем ее, смываем. Тщательно замываем перед полировочкой. Десь. Я за него. Да, зарядку погоняй. Досигналился. Капот высох. Вот такая вот картинка получается. Конечно, не все убирается. Вот, ну, прошкурить, прошкурили хорошо. Особенно меня, конечно, беспокоит вот эта вот часть капота передняя. Как она получится? Глянец на ней очень тусклый. И вся она побита камешками. Ну что ж, приступим. Начинаем все то же самое. Сейчас замою. Еще раз полировальничек. И начинаем с вот этой пасточки. По абразивности она самая у меня абразивная. Посмотрим, что получится. Первый результат.
Это после первого номера. Все-таки капот будет более-менее ничего. Я думал, похуже будет. После первого номера заблестело прям-таки хорошо. Не зря я снимал слой лака, убирал риски. Прям результат, скажем так, получается неплохой. Так что будем продолжать в том же духе. Вот такой некрасивый получается момент. Затирается. Вот, пачкается, я вот вымыл полировальник после первого номера. И вот такая вот муляка по всему капоту получается. Хотя я как бы полирую только на сухую первым номером, чистым полировальником. Сейчас это все лучше всего замыть, перетереть опять. Ну, имеется в виду насухо. И начать еще раз пройти. Потому что такой убитый капотик первым номером за два раза не перетрешь до нужного результата. Ну, вот уже что получается. Перемыл, перетер, в принципе, как бы заблестело. Заблестел капот. Но если повнимательнее вот присмотреться, вот эти побитости, конечно, на них идеальный глянец не сделаешь. Но, в общем, сейчас резкость наведется. В общем и целом, результат уже есть. Я принимаю решение еще раз пройти первым номером, потом вторым, третьим, ну и защита от голограмм. Я думаю, результат будет очень хороший. Так, резкость навелась. Ну что, вот что получилось. Результат очень даже неплохой. Все заблестело. Пытаюсь в отражёнке посмотреть. В принципе, если бы не эти сколы, все было бы хорошо, но уже вот эти вещи, ничего с ними сделать нельзя. Это только покраска. Вот он, торец наш капота, который пострадал наиболее, тоже блестит все. Так что, в принципе, результат, я бы сказал, отличный. Ну вот, финиш полировки практически. Теперь раскрываем машину, все отмываем, вычищаем и финиш.